Здравствуйте. В эфире радиостанция для любителей животных «Капкан ФМ». Московское время 14:30. Сегодня, как всегда, для тех, кто рано встает, прослушайте трели чукотского соловья. Офигительно. Я вам приносил стихи, вы должны помнить, когда вы работали еще на радиостанции «Перепел ФМ». Помните? Ты любовь моя навсегда. Я? Нет. Нету в жизни тебя вернее. Меня? Нет. Не уйдешь от меня никогда, ведь прикована ты к батарее. Это же ты приносил, да? Да, мои стихи, помните? Там еще было... Жила девочка 60 лет, потому что всем говорила «нет». Да, да. Слушай, откуда ты меня нашел? Я заменил 19 радиостанций, да. Я поменял прописку. Может, я вам чего-нибудь почитаю так, в легкую, а? Я хотел сказать, Плинтус, почему я? Я сменил 22 города. В конце концов, я сменил машину. Я знаю, давно было это корыто ржавое менять, на нем еще Иван Грозный ездил. Я сменил жену. Правильно, она на 30 лет старше вашего корыта. Меня в конце концов Интерпол искал, не мог найти. Как ты меня? Алло. Почему я? Интерпол? Да, тихо только. В чем секрет, почему я? А я просто элементарно подложил вам в вашу сумочку микромаячок, называется «Следыш». «Следыш». Какую мою сумочку? Вашу сумочку, вон стоит. В эту? В эту, да. Вот в этой сумочке следыш, микромаячок. Вот он, вот он. Видите? Видите? Не вижу. Ну, что не видите? Вот он же. Говорила мне жена: Валера, купи очки. Забирай его себе. Мне. Нет, пусть побудет, потом у вас тяжело искать. Может, я вам что-нибудь прочитаю такое, знаете, но легонькое, а? Давай, дружок, читай. Да, тем более у меня на самом деле как бы есть вдохновитель. Ваша муза, я знаю, вы любите. Читай. Да. Про насекомых. Вот, значит, называется «Хайп таракана Кости». Это что значит? Это... Движняк таракана по петле гистерезиса, когда он идет навстречу коррелисову составляющему по закону Вебера-Фехтнера, причем на кухне Николая Петровича, сторожа фабрики номер 29, общего товара по сбыту имени Клары Цеткинг. Это все произведение? Нет, это название. Давай все тогда. А все я вам уже читал, оно короткое, там... Помните, это в прозе, там таракан, значит, кружится, кружится, крутится, кружится, крутится, кружится, крутится. А второй... Ну давай, давай. Не докрутился еще, кружится, крутится, кружится. А второй ему говорит: я не понял, это что, брейк-данс? Он говорит: нет, дихлофот. А может, мы что-нибудь веселенькое с вами? Это давай. Триллер. Давайте что-нибудь веселенькое. Может, у меня такая, знаете, песня есть про... ну, я спою, вы поймете. Насекомые? Ну, про насекомых. Давай. Белый аист. Стоп! Это было уже. Вы не дослушали. Сидит, все сидит и сидит и сидит. Где сидит? Где? В гнезде. А насекомые тут где? Ну, а ест-то он кого? Вы знаете, может, поем какую-нибудь песню на заказ? Вы мне любую скажите. Я сейчас любую тему могу сейчас просто озвучить. Вот любое животное, любое насекомое. Я не знаю, про насекомое было. Давай про рыбу. Про рыбу? Про какую рыбу? Ну, про рыбную рыбу с чешуе, которая на рыбалку рыбаки увозят. Рыбу и рыбу, рыбалка, рыбка. Ходят кони. Стоп! Где рыба-то? Над рекою.
И сегодня этот мужик на рыбалку пришел возле речки. Там разбросано все, пальто что-то валяется, штаны чьи-то висят на дереве, банки, склянки, бардак, люди какие-то пьяные спят. Он удочку закидывает, сом всплывает, говорит: мужик, клево не будет. Клево было вчера. Вот так. У меня тоже был случай, когда я, помню, работал еще аналитиком. Вот. Ты аналитик. В чем фишка? А я на свадьбе ходил между столами и говорил: а у всех ли налито? И тогда еще один мужчина говорит официанту: какое у вас вкусное мясное мясо? Он говорит: это деликатес. Котлетки из рябчика. Он говорит: а рецептик нельзя узнать? Это наш секрет, но вам по секрету. Мы просто в это мясо из рябчика чуть-чуть добавляем конинки. Чуть-чуть конинки. Он говорит: о, замечательно. А в какой пропорции? Он говорит: один к одному. Это как? Один рябчик, один конь. Может спеть про птиц чего? Но меня нету. Про птиц нет ничего? Или рассказать про птиц. У меня есть про птиц. Мотоциклист сбивает воробья на полном ходу. Страшный удар шлемом. Воробей упал, перевернулся. Плохо ему, тошнит его, сотрясение мозга явно. Он послушал, сердечко бьется. Значит, живой надо спасать пернатого друга. Он принес воробушка к себе домой, положил его в клетку, залил водички, накрошил хлебушка, закрыл клетку и ушел на работу. Воробей очухался. Решетка, хлеб, вода. Труба, я убил мотоциклиста. Какая история? Забавно. Вы знаете, а может мы споем какую-нибудь песню про птиц? А, кстати, я нескромный вопрос вам хотел задать. Нескромный, надо да. ли? Да. Ну, надо. А ничего, что нас в прямом эфире сейчас все слушают, а? Ничего страшного. Наше радио все равно никто не слушает. Так, так давайте что-нибудь тогда споем для себя. Как говорится, для души. А? Может, нас хоть кто-нибудь послушает. Ну, давайте я начну, а вы подпевайте. Подпоем. Малиновки, заслышав голосок, припомню я забытые свидания. Три жердочки, березовый мосток, напихаю речушкой без названия. Прошу тебя, в час розовый, напой тихонько мне. Как дорог край березовый малиновой заре. Как дорог край березовый малиновой заре.